Я так подумал, по-моему, стрим про плея врет. Так мы смотрели, смотрели, не играют и начали. 2-0, Фнатики выигрывают у СК. И, в принципе, вот кто что, но я почему-то думаю, что Фнатики вот легко выигрывают у СК. Уж очень крутые эти парни. Шведский финал глобальный. Ну, глобального финала код 5, у нас одни шведы. Ну, что тут можно сказать? Я про это уже говорил, уровень шведского Counter-Strike изначально был самым высоким. И по-прежнему Counter-Strike Швеции, наверное, самый лучший. Да не наверное, а точно самый лучший во всем мире. 3-0 в пользу Fnatic. Карт Денюк. Ну, я думаю, тут проблем не будет. Тут проблем у Fnatic не будет. Хотя сейчас будет какая-то атака от СК. Ну, посмотрим, как получится этот матч. А вот после оружейки наберу я Максиму, чтобы он также подключился к нам. И посмотрим, как Фнатики станут чемпионами мира. Хотя может быть и СК. Может быть и СК. Это вряд ли. Целая серия разменов только что произошла. Двое остается у Фнатик. Это Гукс и Карн. Ой, Гукс как минусует только что Роберта. И все. И 2 на 2. Хае прям под ноги. Джимми 39. Карн на Б шьет. Гукс 8 на А. На Б идут. Карн минусует. И Карн тащит раунд. Хотя СК могли только что сломить ход поединка. 4-0. 4-0 в пользу команды Фнатик. Так, ну и быстренько набрать Макса. Чтобы он со мной смог закомментировать финальную игру. Слышим, как идут гудки. У СК должна быть закупка. Через двери собираются выходить. Итак, ну что, Вали раскидывает флешки. Нет, еще не раскидывает. Хочет он это сделать. Поджимают с Б. Форест минусует. ДСН погибает. Откидывают ХАЕ. Ну что, что будет дальше? На, будет готов выход. В ангаре уже есть из СК. Маркус Гукс размен. 3 на 3. Плант где-то в районе будки. Форест уже в девятке. Помогает, хэпует, убивает Кристофер Фореста. 64 хп, Гуски ХАЕ, минус, Джимми. Ну, вот и get right. А план-то у него. Марко 43, Джимми 100. Что, забрали плант у get right, а и минус от Джимми дождался. Дождался он его в будке. 4-1, СК берут первый раунд. Макс, ты здесь? Нету Макса, ну и в принципе я один справлюсь. Давайте смотреть по ходу матча, что тут с деньгами у Fnatic. Ну должна быть, по идее, закупка. Счет все-таки 4-0 они выигрывали, проиграли один раунд. Правда, сбивали с них целую массу девайсов. Нет, есть. Get right на месте. Рядом с ДСН они держат Б. Тут в девятку двое заходило. Посмотрите, Форест подтянулся сейчас. Либо подсадка у нас, либо выход. Форест подтянулся, дал минус, убил Роберта. И идут дальше Аркадий, ТСК. Здесь трое, здесь трое. Здесь минус get right. Вот минус от Фореста, минус от ДСН. Два хедшота, плант на точке. И Вали, у которого стата пока что 0-6. Он рулонит у нас по малеху. 5-1 в пользу Фнатик. Ну вот, пока что идет все не по плану. СК тут явно. Что с деньгами? Хотел сказать, что с деньгами у шведов. Потом подумал, что у шведов с деньгами все нормально. 25 и 10 тысяч. И все эти деньги поедут в Швецию. Начинает лагать у меня HLTV. Видите сами, что происходит. Надеюсь, что отпустит. О боже, пусть меня отпустит. Не хочу так смотреть финал. Там принимает Эко, Гукс, минус 3, ДСН, минус Успа, убивают Гукса. Но вот карт гранаты взрывает Джимми. И у нас уже счет 6-1 в пользу команды Fnatic. Должен быть оружейный раунд, но у меня, правда, подлагивает HLTV. Давайте посмотрим, как пробегутся с респа. СК, ну вот вроде подвязала, или нет? Нет. Что это? Что происходит
Нужно альтабнуться и посмотреть, может быть, это у меня что-то происходит. Ну, ничего не получится. Таракан мне что-то прислал. Ну, давайте смотреть. Лучший раунд. Ну, правда, вот с HLTV, не знаю, у кого не лагает, хотел почитать, лагает или нет. Либо у всех так происходит, либо только на вот этом HLTV, на котором я нахожусь. Вот такие лаги. Карн делает минус. Роберт минус 2 делает. Убивает Фореста и Гетрайта. Карн еще минусует. 3 на 3 ситуация. СК атакует нау. Должен быть минус от Валли. Нет. ДСН с успа убивает Валли. Вот его 0-8 уже статам. 2 на 2 ситуация. План забирает Маркус. И 2 Фнатика на улице. У Роберта 2 хп. Он на Б проходит. Карн сейчас пойдет в девятку. Вот с девятки флеш. Минус от... Минусует еще Карна Роберт. Посмотрите. Гукс минусует Маркуса. Ситуация 1 на 1. Попытаюсь сделать ретрай. Возможно, попустит меня сейчас. Ну вот. Что я говорю? Не меня, а HLTV. И гейм пендинг. Вот вообще вот, просто супер. Вот чего не хватало, так этого пендинга. И так было не весело. А, ну вот так даже. Спасибо. Что? Что происходит с Counter-Strike? У нас финал СК против Fnatic. На своих экранах можете увидеть составы игроков с фотографиями. Это Getright. Это Forest, это DSN, это Карн, это Gux, это Ален, Робан, Тентпол, Валли и Зет. Есть там же имена на русском языке. А у меня какая-то... У меня виллы. Пробую делать ретрай. Был счет 6-1 в пользу Fnatic. Ситуация 1 на 1. Ну, 2 хп у игрока СК. 20 с чем-то у игрока Fnatic. И вижу, что взяли раунд СК. Потому что счет у меня 6-1. Ну, Форест выбивает эту точку. А, посмотрите, минус 2. Не знаю, сколько игроков живых сейчас. 3 в 1. 3 в 1. 7-2. Вот такой даже счет уже. Ну вот, допрыгался. HLTV. Тут уже 10 тысяч зрителей. На том, в котором я нахожусь. 7-2. Ну, игра пока что идет полностью под диктовку. И по реально вот все читают, все принимают. Иногда, конечно, за фрагов не берутся раунды, но вот все в руках Fnatic. У них сейчас реально, ну, отличная игра, особенно на нюке у них получается. Не знаю, какая следующая карта будет, не смотрел я в интернете, кто что выбирал. Ну, в принципе, это не важно. Это финал, тут нужно все карты тащить. Неважно, чей выбор. Тут, на самом деле, профессиональная команда должна играть все 4 очень хорошо. Понятно, что есть карты, которые больше нравятся как команде, так и игрокам. Ну, ага, ОСК Эко. Ну что, где эти фнатики? Давайте их застреляем с гноков. Вперед. Ну что, СК выходит с глоков. Куда они пойдут? Джимми на крыше. Слазит вниз. Ну давай, Джимми, вперед. На кольты. Нет, тут без шансов. Гукс, 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 Карн, Гетрайт. Вот так вот. 8-2 в пользу фнатик. 15 фрагов у Гукса, у Фореста 10, у Карн 9, ДСН 9, Гетрайт 4. Вот Волли кого-то убил. 1-10 у него. 3-9, Маркус, Кристофер, 5-10, 5-5, ну, пока что не идет игра у СК, ну, и, в принципе, очень быстро они пока что пролетают на карте Денюк, и вот не верю я, пока еще не верю в то, что да вообще можно обыграть сейчас Fnatic, вот уж очень в хорошей форме находятся эти парни. Идет игра, все получается. Посмотрите, Аркадец Б, там на крыше, может быть, и заняли СК. Да какая разница, потому что Fnatic уже на пятачке. Маркус, вот, конечно, Форест немножечко загнул. Вот сюда уже заглядывать. Оп, кто-то упал с крыши. Ну и что будет делать СК? Они на крыше. Будут выбивать пятак, смотрите. Флешки пойдут сверху. Ой, кому-то дали так. ДСН, 39 хп. Вот пошел выход. Форест, Гетрайт, Гукс, размен. 2 на 2. И двое на Б как раз остались у Fnatic, два игрока. Джимми у нас в будку полез.
Ну вот один минус дали. 22 у Джимми, план поставлен. План поставлен на точке А. Робертс, ну что, разбил он каналы. Показался, что он полез вниз. Но, как бы... Ну что, у Карна шансов мало в этой ситуации. Я думаю, тут СК не отпустят. На будку, 57 хп. Закрывает дверь флешкой. И просто с будки его простреливает. Ну, пожестко. 8-3. Напоминаю, что у нас финал. Код 5. Первая карта. Шведский финал. Шроид команда против Натик. Карн, Гукс, ну что, тут опять размен, опять 3 на 3, вот вообще почти все раунды, вот равны абсолютно размены, потом команды решают вот по ситуации, 3 на 3, там 2 на 2 доигрывают. Ну что, плант на А, Карн в девятке, уходит. ДСН прошивал будку с рампы, Вали смотрит, ну что, выход будет сверху, флешка пошла, пошел Форест, получил сразу же хедшот, Вали убивает, ну тут уже все, ДСН нужно сейвить. Вот разыгрался потихонечку Вали, уже три фрага у него, 8-3 и 8-4 сейчас станет счет в матче. Но опять же, вот судя по последней тенденции, да, моды в Counter-Strike, да вообще стратегиям и как играют команды, могу сказать, что вот атака на нюке очень серьезная штука, особенно если выиграть пистолетку. Вот Фнатики тоже неплохо атакуют и могут показать неплохой результат. Вот плохие РСП на самом деле, вот очень плохие РСП, это когда один есть... Все остальные сзади очень глубоко у СК. Вот и, в принципе, у многих команды просто строят всю свою тактику по респам. Они очень сильно влияют на вот, игру на нюке. Особенно, когда есть ближние два респа, то можно очень много интересных штучек сделать. Фнатик покупают оружие. Покупают оружие буквально на последние деньги. Гукс, смотрите, зашел в дверь, зашел в дверь. Ой-ой-ой, как Гукс это пропустили только что. Ну а здесь снова просто никого не было на пятачке. Закрыли им дверь. Гукса оставили за дверью и простреливают СК крышу. То есть тут все просто. Прошивается крыша, кто-то контролит, чтобы не выползли вот отсюда и потихоньку прошивает. Ну, в таких ситуациях обычно поджимают контры и вот шьют вот просто вот сюда. Ну, тут человек стоит правее, ну, куда здесь шить надо? Вот, слишком жестко. Мне вот интересен Гукс. Проверят ли Гукса? Это вряд ли. На. На тебе в борщ. Прошили с улицы только что. С крыши прошивать пытаются. Не выходит Гукс. Ну, нужно эту дверь открыть, помочь. Ну, просто попрошивали сейчас. Маркус, откуда он прошил-то его? С улицы. Один хп у Маркуса. Смотрите, Форест убивает Кристофера. Один хп не забиваем у Маркуса, сейчас его убьют, это сделал Get Right. И один остается Робертс, последний минус на точке А, минус Карн, 1 в 2. Но тут Get Right. Get Right начинает потихонечку приходить в себя на Данюке также. 9-4 в пользу Fnatic. Ну абсолютно вот пока что СК ничего не могут предложить. И я думаю, что тут вот раунд с диглами, и последняя закупка, то есть 10-4. Хотя только что недавно подсказывали, что вот тот раунд, когда МТВ играли с Глоками, мы как раз и провтыкали, когда они его взяли. Вот. Так что тут диглы, все может быть. Минус один. Нет. Один остается. Гук. Нет, не Гукс, кто у нас? Робертс по улице с калашом. И Карн с дигла его убивает. Вот это да. 10-4. Без потерь взяли раунд Фнатик. СК пока что биты. Причем очень круто. Ну, конечно, все может поменяться. Было бы интересно, если бы СК взяли Даст своей картой вот дальше. В матче против Fnatic. Ну, эти парни очень много играют с друг другом. Очень много переиграли. И я думаю, они, как никто другой, знают игру друг друга очень хорошо.
С диглами СК на пытаются выйти. Гетрайт уже сделал минус на улице. Гуксом на воюет. Форест на задней. Минус от Фореста раз. Минус от Гетрайта. И это 11-4 за дефенс на Денюк. Замечательный результат для Fnatic. Ну, в принципе, конечно же, и СК сейчас могут показать нам чудеса камбэков на Денюк. Но это финал код 5. Здесь такое могут и не позволить совершить. Финал всех финалов вообще. Самый-самый последний финал. Лучшая команда мира станет. Ну, кто выиграет, это лучшая команда мира по версии код 5. Чемпионы мира. И давайте посмотрим еще раз на составы команд. Я, в принципе, только что вот пытаюсь понять, что за подписи у СК. Джимми Аллен. Джимми Аллен. Ага, ну теперь я понял. Ну что, поехали. Поехали. Сейчас будет боевой рестарт. Я думаю, составы вы команд видели. Ждем вторую половину. Что-то там... Ну, я думаю, что-то обсуждают. Не знаю. Вот СК, по крайней мере, точно не обсуждают. Fnatic обсуждают. Fnatic обсуждают атаку. Пользуются шансом. Пользуются паузой. У меня упал мой джойстик. Что здесь обсуждать? Здесь нужно всеми силами... Конечно же, Фнатиком взять пистолетку. Сейчас парни как раз и решают, как это сделать. Потому что, сами понимаете, да, выигранная пистолетка дает за собой не один раунд, а целых три. И они уже будут выигрывать не 12, не 11-4, а 14-4. И там останется все. Ну, вообще, просто добить. Добить, и очень легкая победа на первой карте. Это плюс мораль. Сумасшедшая, маленькая, конечно, расслабленность. Ну и, во-первых, спокойствие в финале. Несмотря на то, что они супер-мега там топ мира. Они обычные люди. И точно так же волнуются на играх. И переживают, и ссорятся. Ну вот, как мы утром рассказывали. Не то, что рассказывали, как Максим рассказывал про то, что Лекс побил Рому. Ну, не знаю, что побил, но так. Шутили мы про это. Гетрайт всех покусает, если не возьмут пистолетку. Ух ты. Гукс на Б, 4 улица. Вот так вот. И Валя один принимает улицу. Оп. Проходят дальше. На стекла будут Б давить. А где же Валли? Где же Валли? Покажите его. Ой, Гукса все-таки сняли. Это сделал Маркус. Ну, сейчас жди гостей на рампу. Вот они пришли. Сразу же получил. Один вниз ушел. Один вниз. Заметьте, вот слева игрок. Валли минуснул Фореста на улице. Неужели еще? Ой, как неплохо приняли. Как неплохо приняли. Гетрайт не сдается. Дал минус. 1 в 2. 11 хп. Получи. Сколько хп осталось? А, не туда кинули. 100 и 52 у игроков СК. Они вот сейчас не спешат. Они ждут, пока Гетрайт поставит плант, и только тогда они пойдут выбивать. Зачем сейчас идти? Можно нарваться на... Воли ушел. Кристофер контролит. 18 секунд. Очень аккуратно играют сейчас. План поставил, ушел. Ну, вряд ли возьмет, конечно, пистолетку сейчас Гетрайт. Но все же хотелось бы, конечно. Хотелось бы для Фнатиков ее выиграть и поставить точку на первой карте. Ну, Гетрайт борется, убивает все же, убивает, и бомбу раздефьюзили. Один ноль в пользу SK Gaming. Воли. Ну, вся команда сделала по минусу, Воли раздефьюзил плант. Да. Ну что, вас... нет, не будет камбэка на нюке, точно могу вам сказать. Аркадов с глоками, Фнатик на точку Б. Смотрите, даже дадут минус. Дали минус. Есть кольт. Жмут на стекла. Ай, закончились патроны. Как обидно. Ну, дали два минуса уже. Уже неплохо. Форест по-прежнему с кольтом. ДСН также живой. Он ДСН с глока, с плантом выбивает. И можно сейчас попытаться. Хоть, правда, 1 хп и 9.
И там почти целая. Кристофер 97, Роберт 89. Сейвят. Сейвят девайсы. Вот сейвят девайсы Фнатики. Им целую минуту придется это делать. Это очень полезная, конечно, штука. Ох! 39. Если бы сейчас Форест убил, то попытались бы, конечно, взять раунд. Ну вот. Сейчас убьют. ДСН убил! Я не знаю как. С одним хп в него не попадает Робертс. ДСН убил. Вот это да. 1.39. Ну вот на таких хп тут еще, в принципе, пулю. И этому две. Ну. В голову сразу улетает и тот, и другой. Бомбу ставит и уходит. Вот это да. Идет делать петлю. Идет делать петлю. Или хотя бы откроет дверь и вернется. Да, открыл дверь и вернулся. Но его контролят. Что-то вроде... Ну, сразу с первой пули должен убивать. Ого! Что сотворил ДСН? Это просто жесть! Сразу же в голову разбил, там, ну, сделал вид, серклом прыгнул, чтобы вот не попали в него. Показал там край своей текстуры, продолжал дефьюзить и игрок. И сразу же ДСН поставил хедшот и взяли эко Фнатик. Ну, это ГГББ, могу вам сказать. Все, в принципе, тут уже два эко от контров сейчас. Вот это чудо Фнатики. 12-5 счет в матче. Гетрайт, два минуса. Карн выходит на А, совершенно свободно. Еще не вышли. Карн на Б, два минуса. Гетрайт на А, два минуса в двери, и все. У нас остается Джимми в будке. Дал, правда, минус. Убил он Гукса, но ДСН отвечает. И 13. 13-5, да? Вот такой уже счет. 13-5. Остается совсем чуток. Должен быть еще один, по идее, эко у парней из СК. Хотя вряд ли. Могут рискнуть они. Есть закупка. Открывается дверь, разбивают каналы. Отфлешивают. Ну что, открытая дверь, по-моему, или кто-то в каналы. В Карн уже снизу! Размен. Ну что, Карн пойдет на А. Видит на будке игрока. Дает флеш на А. Да, есть инфа, что на будке. Сразу же будку сносят. Сносят улицу, Карн, по идее, уже там, нет, вниз вернулся в канал и прочекал, никого ли там нету на Б. И все, Джимми в 9, Робертс под девяткой. 2 в 4 раунд. Конечно, было бы неплохо Фнатик сейчас еще и выбить эти девайсы. Минус на планте. Минус на планте, 2 на 2, молодцы-то какие, посмотрите, Фореста 21, он в будке. Его контролит Робертс. Но первый-то пойдет из каналов, вот Карн должен выйти. А, и Карна проконтролили, прочекали. В 2 в 4 возьмут раунд, скорее всего, сейчас, парни. 15 хп, одна пуля от Фореста нужна. Нет, не попал, Форест, нужно выходить. Плант, все, дефьюзится плант. Вот вам и ответ от ТСК, какой раунд они только что взяли. Ну, там и Форест, когда простреливал будку, попадал. Поменял позицию игрок, который дефьюзил, и все. Дальше уже Форест прострелом не попадал, а потом у него просто закончились патроны. ...13-6 в пользу команды Fnatic. План ставился, есть девайсы. Карн по улице, смотрим за расстановкой. Трое улица. Четверо улица. Закидывают моментально улицу дымами, всем чем можно. Видели мы эти раунды с ДТС. Убивают Гукса на пятачке, но проходит улицу, занимают позицию. Но в случае ДТС их зажимали потом просто на точках. Ну вот, конечно, сейчас минус от Гукса. Точнее, не от Гукса, а минус Гукс. Не очень полезная штука. Фнатики в ангаре халдят попросту. Вот они сели и сейчас ждут. Маркус оттянулся. Нет, на пятачок пытался поджать. Дейсон смотрит спину, и трое в ангаре. Где же Волли? Воли только что под ангаром прошел. Ух, убили Воли. Длиннее 4 на 4, вот сейчас полегче.
Что же будет делать СК? О, минус Кристофер. Это под девяткой было. Минус Маркус разменялся. В большинстве. На Б, что ли, собираются? В 9. На Б Робертс принимал. Да, в 9 вышли. В будке. Прошивают будку. Два убивают в будке. Робертс Б тоже в будке. А, его прострелили, дали по голове. И что? 3 хп осталось у Робертса. И Карн его просто контролит сейчас. Ой-ой-ой, 15 у Карна, 3 у Робертса. Ну, Карн переиграл. Переиграл. Хотя Робертс мог... Ну, не знал он просто, сколько хп у своего соперника. И у него было мало. Он мог, он, конечно, попытаться там пострелять, попростреливать уголок. Но, опять же, не было инфы, сколько хп у соперника. Ну, а его вроде бы попростреливали и знали, что он такой побитый довольно. Ну что, еще один раунд в пользу СК. Тут уже 14. 14-6 в пользу Фнатик. 14-6 и остается 2. Что там у СК? У СК... У СК Эко. Эко, значит, сливают на ничью, как минимум. Сейчас 15 раунд должны взять Фнатик. Проходят на Б потихонечку. Два игрока уже под Б. Форест где-то в районе возле будки. И по улице ДСН. Нет, на А должны вернуться сейчас. ДСН минус на А. Еще минус на А. Уходит на улицу, посмотрел. Еще минус на А. И минус на Б. Ну вот, 15-6. И уже у Фнатик ничья на карте ДНЮ, ничья, по крайней мере, в основное время. Но, опять же, в СК нужно 9 раундов подряд выиграть, чтобы потащить этот, потащить матч. Ну, вот, нереально, в принципе. Нереально. На пятачок заходит. Не боятся гранат, не боятся аркады. У СК 2 на Б и 3 на улице. 3 на улице. Отдали точку А. Вот смотрите. Один. За красным уже Волли. Вот он дал минус. Как раз они... О, Волли минус 2 разошелся. И вот этот раунд могут потащить сейчас СК. Хотя, опять же, Фнатики. Видели мы там кучу раундов там с ДТСами. 2 в 4, как они брали. Вот сейчас тоже ситуация 2 в 4. Карн по улице проходит. Get right на квадрате. Раскидывает точку А сейчас флешками. Попал в воле только что. Все, возвращаются. Гетрайт минус. 2 хп у Гетрайта, 16 у Карна. Ну, тут... Тут, да. Тут нужно сейвить. 20 секунд до конца раунда. Сейчас счет матча станет уже 15-7. По-прежнему в пользу Фнатик. Ну, и не знаю, будут ли девайсы. Два девайса сохранили. Должны быть. Должны быть какие-то калаши. Там может быть дроп. Нет, все сами покупают. Два распа есть. У Карна и Фореста. Ну и что, воспользуются как-то распами? Давайте посмотрим на Фнатик. С двумя ближними распами. Флэш, дверь не открылась. Понятно. Раскидывают точку А. Сейчас должна быть открыта дверь. И прострелы. Прострелы. Вот девятку прошивают. Вот имитация аркады заставляют парня подняться в девятку. Но сейчас... Все, ушел. Ушел. Девятки игрок. Сколько там осталось? 100, 100, кар нет. Пока что только Фнатик все такие попростреленные. Выходят на Б. Валя уже в каналах снизу. Прошивают крышу. В девятке, ну, кстати, в ответ получают. Не хуже-то. Маркуса 21. Ух, Маркус минуснул все-таки Гетрайта, хотя у него там очень мало хп, 21 остается, вот сейчас его должны убить, это Форест. Форест! Вали снизу принимает, по идее, с каналов 2 в 3.
DSN и Форест, что же делать? Форест 50, DSN знает, что делать. Возвращаются они на пятачок. На будке Кристофер, Джимми в девятке. Минусует сразу же и ответ от Джимми. Подстраховал он своего тиммейта. Ай-яй-яй, застрял. Застрял DSN, не смог спрыгнуть вниз. Даже и плант не взял, но... Шестой раунд... Какой шестой? Восьмой раунд выигрывает ИСК. Должен быть Эко Фнатик сейчас. Нет, берут. Ну что ж, один раунд. Один раунд из семи уже. Всего ли, всего ничего, и карта Данюк выиграна, уже будет маленькая пауза, и следующая, и там до победы, до первого места на код 5, совсем чуть-чуть остается у Фнатик. Робертс минусует DSN, вот сейчас последние раунды начинаются с первого минуса от ИСК, посмотрите, они серьезно настроены, по-моему, на камбэк, флэш. Под пристройку только что дали. И посмотрите, переместились на Б снова. Робертс и Маркус. Двое на Б. Джимми один на точке А сейчас находится. Аллен. И потихонечку на Б готовятся. Монет Маркус минусует Гукса. Карн. Карн зашел в будку. Нет, здесь вместе с Гитрайтом пытаются. Но опять же, раунд 2 в 4 очередной. Прострелили. Ох, как тут без шансов. И еще раунд один выигрывает СК. 9 у них, они уже потащили. Посмотрите, 15-9. На самом деле сейчас должен пойти Эко. 15-10. И там как бы не так уж и много останется, как вот как МТВ оставалось на Дайсте в матче против ФСК. Но тут нюк, тут посложнее, это не атака на Дайсте, это дефенс на нюке. Посмотрим, как сыграют Эко Фнатики, пока что лазят по своей крыше. Халдят, пробивают инфу. Ну, кстати, вот вспомним, что второй раунд, во второй половине Фнатик выиграли Эко с глоками. На, врывается Гукс. Ну, тут минус 4 сразу же, и сейчас будет минус 5. Вот теперь 15-9. Да. Начали тащить СК. Посмотрите, уже 6 раундов выиграли в защите. У Фнатик не получается. Не получается ничего сейчас вообще. Ничего. Ну, тут 5 раундов, я думаю, сейчас перестроятся, сыграют. Три улица. Фастую три улица. Посмотрите, а что на пятачке? Дым в будку. Трое улица очень быстро проходит сейчас. В ангар. Минус Джимми уже убил Гукса. Все равно первый минус от СК. Первый минус от СК. Уже 4 раунда подряд. Трое вниз промчали. Посмотрите, без с плантом. И DSN на улице остался. Интересно, в кого-нибудь он попал на точке А. 100. Есть минус. У Гитрайта 26. Убили Робертса. Воли в трубы. Ой, Воли дает хороший хедшот. Ставит в Форесту. Маркус уже тут ворвался с тиммейтом. Залетают на план. Да где же Фнатики? Где же эти Фнатики? Попрятались по точке. Гетрайт делает еще минус. Вот молочага. Загоняют Гетрайта. Джимми. DSN сверху с железа. Минус. Еще минус. И Карн дает минус. Все, это ГГ. Победа Фнатик. Со счетом 16-10. Побеждают на карте Денюк. И ждем небольшой перерыв. 10 минут. И ждем следующую карту. Там-то может все и решиться.